управляющий корабль «Совет», бывший штабной украинский корабль «Савович». Но начинался он строиться еще в советское время. И строительство этого корабля предполагало, что он будет помогать утилизировать ядерные отходы с атомных отходов года. Но за название «Советский Союз», поэтому сделать его решилось кораблем управления «Шахтом». Но корабль перед строением совершал сильные походы, и походом был Юнион.